Девочки, всем доброе утро или добрый день. Давайте проверим связь. Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Нужно громче или тише? Отлично слышно. Угу, очень хорошо. Ну и давайте будем начинать. Приветствую вас всех на нашем вебинаре. Очень рада, что вы пришли. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Ольга Ившина. Я живу в городе Пермь, Пермский край, замужем, двое детей. В проекте я с лета 2016 года. Девочки, прошу прощения за голос, просто пропадает. Болею, погода у нас плюс 4 градуса, так что вся простуженная. Как смогу, буду вам рассказывать, буду стараться. Итак, давайте начнем. Так, тема нашего вебинара – это презентация нашего интернет-проекта «Работа в Фаберлик». Сегодня вы узнаете о возможностях нашего проекта. Как начать зарабатывать, находясь дома? Как можно совмещать работу в нашем проекте с вашей основной работой или с учебой? Как начать работать без вложений, имея свободный график, получать официальный доход? И все это в режиме онлайн. Так, переходим к следующему слайду. Угу. Вот наверняка многие из вас сейчас работают на наемной работе. Или, может быть, еще недавно работали. Вот, кто работал или работает на наемной работе, поставьте, пожалуйста, плюсики. Так, наверное, все ушли с работы наемной. Нет, есть. Юля работает, да, у нас. Угу. Так, Настя. Юля Быкова работала, да, все, ушла. Все, девочки, спасибо за ответ. А вы были довольны или довольны сейчас своей зарплатой, которую вам платят на наемной работе? Нет, да, денег всегда не хватает, согласна. Так, и вот так устроена наша жизнь. Ой, простите, пожалуйста. Что большинство людей живет по шаблону государства. Сначала мы все идем в детский сад, естественно, денег нет. Далее мы идем в школу, опять денег нет. Наконец поступаем в институты, в вузы. И, конечно, студенты работают, подзарабатывают там для себя на какие-то свои нужды мелкие, но в основном денег все равно больших нет. Наконец, закончив после 5-летнего обучения, поступаем на работу. Опять получается, что денег нет. В принципе, нам зарплату платят, конечно, мы зарабатываем. Но хочется жить в хорошей квартире. Берем ипотеку. А далее, вокруг все там ездят на шикарных машинах. Да и вообще просто на машине удобно передвигаться. Конечно, хочется машину. Берем машину в кредит. Платим коммунальные платежи. Получается, что свободных денег у нас практически от нашей зарплаты не остается. Также со временем у нас и здоровье портится, мы болеем, приходится покупать какие-то препараты, ходить по врачам, все это сейчас платно, дорого. И получается, что как бы и зарабатываем, но денег нет. Вот, например, хочу завтра шубу, а купить не могу. Все деньги расписаны на учебу, на ипотеку, на кредит. Так что получается без денег опять. И вот наступает в конце старость, пенсия. И получается, что снова выходит, нам государство платит 7, 10, кому, конечно, 15, может и больше пенсии. Я не знаю, какие сейчас пенсии, но глядя на наших пенсионеров в магазинах, просто жалко их. Вот у них тоже действительно денег нет. Что они покупают, посмотрите, вот стоя вот у кассы, у прилавков, выбирают самые дешевые продукты. Я тут вообще была, девочки, в шоке, зашла в Пятерку вчера у нас. И увидела утром, в основном пенсионеры ходят, они по скидке там что-то покупают, у них какая-то скидка идет до 12 часов. И две бабушки роются в какой-то коробке овощей. Туда сложили испорченные обрезанные яблоки и бананы. Тоже какие-то уже совсем коричневые. И вот они там выбирают, бабушки такие приличные, не какие-то не бомжихи. Они выбирают там что-то из фруктов, кто там два яблочка, кто бананчик выбрал, чтобы вот поесть фруктов. Я, конечно, была в шоке. Кошмар. Это настолько людям не хватает денег, чтобы купить себе фруктов.
Меня не видно. Нет, мне только слушать. У меня камеры, девочки, нет, поэтому не видно. Вот. И поэтому в такой вот момент хочется задуматься, а что же будет дальше с нами, как мы будем жить. Я вот, например, мне страшно, я не хочу так жить на какую-то там копеечную пенсию и ходить рыться, выбирая гнилые фрукты. И поэтому, конечно, вот прямо сейчас стоит задуматься над своей жизнью, над будущим вашим, над будущим ваших детей. Вот когда работа уже становится не в удовольствие, зарплата совершенно не устраивает, и времени свободного совершенно нет. Ни на детей времени не хватает, на себя времени не хватает. Хочется и в салон сходить какой-то, ну, в салон красоты, просто погулять, и некогда. Вот на наемной работе, как белка в колесе, с утра до ночи носишься, вечером прибегаешь, какие-то домашние дела, на завтра приготовился, лег, проснулся, я снова побежал. Ну, такой ритм жизни, конечно, вот ужасный. Для меня именно я вот так не могу. И, конечно, начинаешь тут в такой момент искать новые варианты работы, задумываешься об этом. И вот, ну, чем мы можем, в принципе, заняться? Есть индивидуальные какие-то заработки. Кто-то начинает вязать, кто-то начинает печь тортики на заказ. Многие начинают заниматься индивидуальным пошивом одежды, делают мебель на заказ, украшения ручной работы. Также можно заняться работой за компьютером. Это набор текстов, копирайтинг, рерайтинг, создание сайтов, рассылка рекламы. А плюсы, конечно, есть в такой работе. Это простота в начинании данной деятельности. Но, конечно, есть и минусы. Вот вы перестали работать, заболели или куда-то просто уехали, и все, деньги закончились. То есть, ну, такой довольно значительный минус в этой работе. Также еще возможен командный вид заработка. Например, вы собрали команду, создали какое-то предприятие, вы являетесь директором на нем. Конечно, вы основатель бизнеса, и доход от вашего... Девочки, простите за горло мое сейчас. Доход и результат от работы всей вашей команды, конечно, будете в большинстве своем получать вы, так как вы основатель этого бизнеса. Но тут же есть такие отрицательные моменты. Очень сложно начать такой бизнес. Нужен хороший маркетинг-план, разработанный грамотными специалистами. Нужны большие вложения, нужно помещение. Нужно производство, рынок сбыта, нанять персонал, организовать доставку. Ну, в общем, огромные вложения нужны. И поэтому вот в наше время многие виды бизнеса сейчас стали, ну, как бы основываться на сотрудничестве с крупными партнерами. То есть вы заключаете договор сотрудничества с крупной раскрученной компанией, становитесь партнером. И тут вы уже получаете бизнес под ключ. А компания, с которой вы начинаете сотрудничество, значительно расширяет рынок сбыта своей продукции. Плюс такой работы – это очень простой старт для партнеров компании. Так, наш 21 век, лидерами в продажах стали интернет-магазины, конечно. Ну вот, девочки, наверное, все, я думаю, все делали покупки в интернет-магазине. Ну вот поставьте плюсики, кто делал покупки в интернет-магазинах. Конечно, конечно, все делают, да. А вот недавно, я вот, по-моему, да, в прошлом месяце мне очень нужна была соковыжималка. Времени совершенно нету бежать в магазин. Я просто зашла на сайт магазина «Эльдорадо». Забила соковыжималки, вышло их огромное количество, все посмотрела, все характеристики рассмотрела, цены все сравнила, в 3D изображении прокрутила, выбрала, заказала, через день привезли. Ну, супер, вот нет у меня и желания, и времени ходить в магазин, толкаться, ехать куда-то, толкаться в этом магазине, общаться с этими, как их там, продавцы-консультанты, которые иногда и некомпетентны вообще совершенно о товаре, практически ничего не знают. Поэтому интернет-магазин очень выручает в наше время. Ну и вот, конечно же, когда мы становимся вот партнерами какой-то компании, в частности, как мы с вами партнеры компании Faberlic, у нас также с вами есть свой интернет-магазин.
Вот тут вот на слайде скрин моего интернет-магазина, где я могу покупать любые товары для себя с хорошей скидкой. Это очень удобно, не выходя из дома, здорово. Так вот, в наше время мы все привязаны к интернету, все имеют странички в соцсетях или просто заходят прочитать погоду, посмотреть новости, пообщаться с друзьями, с кем, может быть, давно не виделись. То есть все мы зависим от интернета. Также мы подаем там объявления продажи чего-либо, на досках объявлений, или что-то продаем, или что-то покупаем. И, конечно же, владельцы интернет-магазинов хорошо зарабатывают на своих собственных интернет-магазинах. И вот когда у вас будет свой такой магазин, вы, естественно, будете его рекламировать также через интернет и делать в нем покупки. Так, идем далее. И вот тут мы перейдем с вами к сути нашего бизнеса, нашего проекта, интернет-проекта «Работа Faberlic». А вот как раз о том, что я говорила, что партнерство с крупной раскрученной компанией – это очень выгодно. Так вот, мы с вами как бы являемся официальными бизнес-партнерами компании Faberlic. И мы работаем дома и в команде. И вот смотрите, что дает нам наш проект и что мы здесь получаем. Вот ваш бизнес полностью будет помещаться в вашем компьютере или ноутбуке. Здесь не имеет значения ни пол, ни возраст, ни образование. Также вы сами себе ставите уровень своего дохода. Хотите вы быть менеджером, так вы и так и работаете, получаете доход менеджера. Если у вас цель стать директором и получать 30-40 тысяч, конечно, вы вот поставили себе, вот я хочу 30-40 тысяч, так и работаете. Вот ваш уровень дохода. Хотите стать серебряным директором 110 тысяч и выше, поставили такой уровень дохода, на него и работаем. То есть сами для себя все решили. В нашем бизнесе вы не привязаны территориально. Здесь вы будете сами решать, когда, сколько вам работать. 2-3 часа в день. Утром вы поработали, днем или вечером. А кто-то даже бывает и ночью встает, работает. Я знаю, но с девочками не спится, и мне бывает не спится. Пошла, поработала. Очень удобно. Вот. Потом очень удобно, что мы здесь проходим обучение в режиме онлайн. Я когда работала врачом, лаборантом в поликлинике, у нас были курсы повышения квалификации. Меня отправляли на такие курсы. Я ездила на другой конец города на троллейбусе, сидела потом 3 часа в аудитории, потом ехала обратно на работу. Еще дорабатывала рабочий день, приходила домой вообще с квадратной головой. Вот так проходила моя учеба. Потом я сдавала еще экзамены. Также надо было ехать. Здесь в нашем проекте просто красота. Сидишь дома перед компьютером и обучаешься. Чашечка чая, кофе, тепло, уютно, замечательно. Везде вот такое обучение. Так, и, конечно же, система работы в нашем проекте позволяет дистанционно управлять, общаться, организовывать свою команду. Это тоже очень удобно. Так, вообще в чем суть бизнеса? Вот суть вообще любого бизнеса – это создание товарооборота. А что такое товарооборот? Это объем проданных и купленных товаров в денежном выражении за определенный период времени. Любой бизнес, вообще любой, продвигает всегда товары или услуги. И чем больше товаров или услуг пользуются спросом, тем больше будет ваша прибыль. И чем больше людей в вашей команде, тем больше будет ваш товарооборот. И тем выше станет ваш доход. Вот это такая вот коротко так о сути нашего бизнеса. А как же нам создать товарооборот, не занимаясь продажами? Ну, во-первых, конечно, мы меняем обычный магазин на свой интернет-магазин. Магазин Faberlic. И тем самым мы экономим семейный бюджет, покупаем качественные товары напрямую от производителя, без всяких подделок, не переплачиваем в магазине, как в обычном магазине, и при этом еще получаем от компании хорошие бонусы, скидки, подарки и зарплату, естественно. И вот также у вас у всех есть
Друзья, близкие, родственники, мамы, папы, сестры, братья, племянники, племяшки. В общем, много-много, наверное, и родственников, и знакомых. Всегда мы где-то с кем-то общаемся. Живем в большом доме, ходим в поликлинику, детки ходят в детский сад, в школу, там есть учителя, воспитатели, просто родители ваши, ну, где ваши дети учатся. И, конечно, мы с ними общаемся. Если вы, например, предложите им, ну, или расскажете просто о том, что есть такая возможность вот, приобрести товар с хорошей скидкой, то, думаю, что они вам скажут большое спасибо и будут также рады экономить семейный бюджет, как и вы. Так. И поэтому вот тут получается, что мы делаем, вот так вот общаясь, предлагая кому-то товар со скидкой, не бегая с каталогами, не предлагая там чужим людям на улице, купите у меня что-то, купите. Нет, вот просто предложите, подарите всем своим родным и близким вашу скидку. И вы сделаете себе, ну скажем, и товарооборот, и личный товарооборот. И тогда вот это очень важно, с самого начала делать личный товарооборот для быстрого и успешного старта в нашем проекте. Так. Ну, думаю, у нас, наверное, уже все знают, что товарооборот – это очень важно. А сейчас я хочу вас познакомить с нашим партнером. Это вот российская компания «Faberlic». Немножко расскажу о компании. Компания основана в 1997 году, почти 20 лет на рынке. Компания представительство компании открыто в 38 странах мира. Компания имеет собственное производство, входит в рейтинг топ-100 косметических компаний мира, выпускает более 3000 наименований товаров и имеет 30 патентов. Это о чем-то говорит, о значимости этой компании. Когда мы становимся партнерами компании Faberlic, что мы здесь получаем? Какие нам бонусы сразу дает компания? Это сразу скидка 20% на весь ассортимент товаров. Также у нас здесь нет финансовых вложений. И мы получаем официальный доход и 18 зарплат в год. Потому что у нас здесь не раз в месяц идет зарплата, а раз в 3 недели. Каталог длится 3 недели, вот выплаты идут по итогам одного каталога за 3 недели. Также компания устраивает различные мероприятия и путешествия для своих бизнес-партнеров. Так, какой ассортимент? Что нам предлагает компания? Это косметика для макияжа, косметика по уходу за кожей лица и тела, средства личной и интимной гигиены, парфюмерная продукция, очень большой выбор товаров для дома, товаров для здоровья. Отличная здесь женская одежда, детская одежда. Я сынишку к садику одела, еще покупаю одежду. Вообще качество отменное. Размер в размер идет, все сидит идеально. Очень мне нравится эта одежда здесь. Женское белье шикарное. И также есть аксессуары мужские, женские и детские. Очень мне нравится ассортимент нашей компании. Он огромный, он меня просто сразил, поразил, я в нее влюбилась. Ну и также компания Faberlic предлагает нам возможность дополнительного заработка и, естественно, построения собственного бизнеса. Немножко еще о наградах компании вам скажу. В 2012 году компания Faberlic вошла в рейтинг 100 самых крупных косметических компаний мира. 2015 год, линия косметики для дома. Кстати, шикарная линия косметики для дома. Очень тоже мне эта серия нравится. Получила высокое признание, став лауреатом 6-й ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания». Косметика для дома просто ну, на высшем уровне здесь. 2016 год – это на 7-й ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» продукты для здоровья от Faberlic получили награду в номинации «Товары народного потребления». Продукты для здоровья тоже вот очень много беру для своей семьи. И цены лояльные, и результат есть от этих продуктов. Действительно, на себе проверено. Очень вам рекомендую. Так, ну вот еще об одной награде. 2015 год. На ежегодной премии «Хрустальный лотос» наша косметика для дома получила золотую медаль. Очень престижная награда.
Так, и более подробно, если вам интересно, о всех наградах, премиях, медалях, вы можете на сайте Faberlic прочитать в разделе «Наши награды». Так, какие же есть программы и бонусы в нашей компании? Есть программа «Быстрый старт». Это бонусы, это вознаграждение за быстрое подтверждение звания. Директор, старший директор, серебряный директор. Вот за подтверждение звания директор 40 тысяч компания выплачивает, за старшего директора 65, за серебряного директора 110 тысяч рублей. Хорошие бонусы. И ни в одной компании сетевой я не слышала о таком бонусе, как бонус материнства. Детям, рожденным со 2 марта 2015 года, вернее, мамочкам выплачивается такой бонус, если мамочка является партнером компании. И за первого ребенка 25 500 компания выплачивает за год. Если рождается второй ребенок, то за год компания выплачивает 51 тысячу рублей. Шикарный бонус, конечно. Есть стимул здесь работать. Так. И вот поговорим сейчас о доходах в компании. Вот посмотрите на слайде, когда вы только приходите в компанию, ну вот вы новичок, или вот вы, скажем, в первый каталог вышли на уровень 3%. Ваш доход совсем небольшой, конечно, ну 180-200 рублей, это в среднем. Но тут же быстро можно открыть и 6, выйти на 6%, 720 рублей, тоже как бы небольшая сумма, но приятная. Ну вот посмотрите, в какой прогрессии как бы растет доход. Если вы уже лидер 9%, то вместо 200 рублей вам уже ваш доход уже 3240. Старший лидер 7200. Вице-директор уже 13, почти 14 тысяч рублей по сравнению со 180 рублями. Вот на какой наемной работе вам так быстро будут увеличивать зарплату? Да вы хоть уработайтесь, да хоть перепрыгните вы сами себя. Если у вас есть стабильный оклад 30 тысяч там, или 20, то что бы вы ни делали на своей работе, вам все равно его будут платить месяц за месяцем. Тут такой стимул, можно со 180 рублей выйти до директора и получить сразу 40 тысяч. Ну это здорово. Ну где так увеличивают зарплату? Я не знаю таких работодателей. Также вот, ну про бонусы я уже сказала, квалификационные бонусы, вот они на слайде представлены, вы можете их посмотреть сами. Так. Как начать работать в нашем проекте? Первое, что вы должны сделать, это обратиться к тому человеку, который пригласил вас или на вебинар просто послушать, если вы еще не зарегистрированы и не являетесь партнером компании, или тому человеку, который вас уже зарегистрировал в компании. Вы, если вы еще не партнер, то получаете ссылочку на регистрацию, заполняете анкету, и когда ваша анкета приходит, ваш наставник вас регистрирует в компании, открывает вам личный кабинет, и далее вы уже начинаете плотно общаться именно со своим наставником. Он дает вам обучение, разрабатывает с вами дальнейший план действий, то есть полностью вас будет сопровождать, помогать, рассказывать вам, какими шажками двигаться дальше к своей цели. И, естественно, вы начинаете проходить обучение, это очень важно. Так. Про обучение. В нашем проекте два вида обучения. Это обычная система обучения, то есть базовая. Здесь идет ну, чисто информационная поддержка спонсора и в основном ваша самостоятельная работа. И второй вид обучения – это Академия роста. Вот здесь вы получаете плотное сопровождение вашего спонсора, наставника, полная помощь его в построении вашей структуры. Это тоже очень важно. В этом обучении также собран опыт работы всех успешных лидеров за долгое время. Здесь вы получите какие-то фишки, которые применяются в работе, но которых вы нигде никогда не найдете.
инструкции, ссылки на сайты, ссылки на видео обучающие. Также здесь вам в этом обучении вы найдете, как автоматизировать и облегчить и ускорить вашу работу, чтобы быстрее начать получать хороший доход. Вот Академия Рост – это очень важное обучение. И оно уникальное, я бы сказала. Так, также в компании есть стартовая программа для новых консультантов. Каждый каталог вы размещаете заказ на определенную сумму и получаете набор продукции по очень выгодной цене. Таких шагов проходите 9. Очень приятные, шикарные, я бы сказала, подарки идут за каждый шаг. Такие наборы, и девочки, я просто не тоже. Я работала в другой компании, там таких подарков не было за прохождение стартовой программы. Тут, ну вот посмотрите сами на картинке, видите, вот огромный набор, ну, вот косметики для дома, потом декоративные косметики. Большие, были большие, очень хорошие, классные наборы. Мне нравится их получать. Я все шаги прохожу и просто очень приятно удивлена, какая щедрая у нас компания. Также существует классная накопительная программа Faberlic Club. То есть вот когда вы делаете заказ, каждый продукт имеет определенный балл. И в течение каталога вы набираете какое-то количество баллов. Вы их накапливаете. Скажем, накопили за каталог 50 баллов. Кто-то 100, может кто-то 200 накопит. Баллы также могут копиться из каталога в каталог. И в следующем каталоге вы можете обменять ваши баллы совершенно бесплатно на любой товар нашей компании. Вот есть у вас 200 баллов, можете все 200 баллов потратить и набрать хоть 10, хоть 20 продуктов, лишь бы баллов хватило. То есть нет такого ограничения, что вы имеете право забрать, там, скажем, только 2 продукта, а остальные баллы остаются дальше копиться на вашем личном счете. Нет, здесь не так. Здесь можно потратить полностью все баллы. Это здорово, мне очень нравится эта накопительная программа. Она классная, действительно. Так, сейчас вам скажу об акции каталога, текущего каталога, каталога 14. А вот при регистрации в каталоге номер 14 вы получаете в подарок набор «Дом Faberlic» для ухода за белыми тканями. Что туда входит? Это концентрированный жидкий стиральный порошок и ультракондиционер яркости белизна. Шикарная продукция. Вот здесь вот, сейчас я вам ее крупно покажу на слайдике. Вот таких вот две таких красивых бутылочки. Вот. И очень отличного качества. Пока не берешь баллы, да, не получишь. Особенно горе, подарки дают. Пока не наберешь баллы, не получишь. Да, согласна. Ну и, девочки, презентация нашего проекта у меня подходит к концу. В завершении нашей встречи я хочу показать вам мои любимые высказывания. Это Генри Форд. Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. И чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, нужно научиться действовать по-новому. Так вот, хочу вам сказать и пожелать, чтобы работа в нашем проекте стала для вас действительно высокооплачиваемым хобби, чтобы она была для вас в удовольствие. И не бойтесь менять свою жизнь. Вот здесь у нас в проекте вы рискуете чем? Экономить, получать подарки, выходить на новый уровень дохода, путешествовать. Хороший риск. Мне такой нравится. Я рискнула уже. Начните прямо сегодня и сейчас действовать по-новому. Ваша жизнь обязательно изменится. Позвольте себе не только мечтать. Хочу красивый дом, хочу вот в будущем году купить себе шубу, а вот лет через 5 хочу себе купить машину, возможно, а может не получится, не знаю. Вот пусть в нашем проекте все ваши мечты воплотятся в реальность. Это здесь действительно реально. Вот на этом все, моя презентация подошла к концу. Очень рада была, что вы меня послушали, что вы пришли, были мы вместе. Спасибо вам огромное за внимание. Ну вот, до новых встреч.
До встречи в наших рабочих чатах. Всем удачного, продуктивного дня. Желаю много-много регистраций и скорейшего успешного роста и просто всем хорошего настроения.